утверждают влияние людей. И сегодняшний проект, который по настоянию автора Натальи Ермолаевой называется «Всего понемногу». Честно говоря, нам не хватило стены. Потому что мы хотели показать Наталью со всех сторон. И главным образом, конечно, как театрального художника. Но мы нашли такую возможность, как театрального художника, мы ее покажем, правда, на мониторе. А здесь все-таки график. График, причем Марокко с экспозицией у нас не было. Наташа все расписала по себе, и они как-то ведут сами по себе. Ну, что-то разорвали, что-то обидели, тем не менее, мы очень рады, что Наталья наконец, после 3 лет переговоров, согласилась открыть у нас выставку. Ну, правда, у нее до этого был опыт Екатеринбург, Арта, андеграунда, да, все, не выходя из одного дома. Ну, а вот у нас все по-простому. Вот и цветное, и черно-белое, и всего каменного. Для вступления в сегодняшнюю выставку слово президенту нашего арт-клуба Татьяне Юрьевне Игоревой. Добрый вечер. Я думаю, что не надо много говорить тем, кто уже обошел выставку и посмотрел на стену. Все понятно. Банальнее не бывает, чем фраза «Весь мир театр, а люди в нем темны». Это театр. Это люди, которые одновременно изображают то, что у них внутри, и хотят отражения от того, что между ними происходит, и отражение того, что снаружи. На самом деле, такое обилие образов, похожестей в разных ракурсах объясняется тем, что есть единый вектор у человека. Художник у каждого. Каждый ищет свою точку опоры, благодаря которой он может перевернуть мир. Мне кажется, Наташа эту точку опоры нащупала, и она очень плотно на ней сидит, на этой точке опоры. И все, что ее окружает, оно укладывается в этот вектор. Это театр. Поэтому я хочу поблагодарить ее за ее мобильность, за ее подвижность и за ее свой взгляд и свою руку, которая вот делает узнаваемыми ее работы. Конечно, такое обилие гостей объясняется не только весной, не только снятием сан каких-то там ограничений, но прежде всего известностью и именем автора. За это ей большое спасибо.